Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Это детский садик «Колобок»? Совершенно верно. Это сошлось, это вычеркиваю. Что вы хотели? А? Что вы хотели? Собрать ребенка. Давайте, выносите, вывозите, как у вас принято. А, простите, а вы кто ребенку будете? А, это я без бумажки. Я отец, папка. Папка я. Понятно. Как зовут ребенка, папаша? Ну как, очень просто зовут. Айда ешь. Айда зырь телек. Понятно. Вот так. Имя у ребенка какое? А, на «С». Сергей? Нет, не Сергей. Может быть, Софья? Нет, не Софья. На «С». Сын. Я понял. Сын, а как зовут? Я не помню, просто я артист, я по гастролям гоняюсь. Сегодня жена сказала, забери. Говорит, ну неважно, давайте его и все. Скажите фамилию ребенка, я думаю, мы его найдем. Проблема, знаете, я маленечко стесняюсь своей фамилии. Все понятно. Ваня Писюнкин, папа пришел. Не, не настолько, стесняюсь. Просто давайте без фамилий всяких, знаете, как сделаем? Давайте я подожду, всех детей заберут, один останется, это мой, и все. Так тоже не получится. А что? А вот уже двое таких же, как вы, сидят и ждут. Добрый день. Здравствуйте, Вячеслав, артист. Дмитрий. Ага. Командир подводной лодки, атомной. Круто. Вячеслав, артист. Ага, дальнобойщик Антон. Тут не занято? Нет, давай, ныряй в спальник. Спасибо большое. Спасибо. Тоже со списком? Не-не, я офицер, я все наизусть помню. Понятно. Здравствуйте, Максима Николаевна. Здравствуйте, Юлечка. Как там мой Мишенька себя вел? Все хорошо сегодня. Миша, мама пришла. Ботиночки его не испачкали на прогулке? Да ну что, вон же у вас босиком гуляет. Мишенька, а где твоя машинка? Мишенька, ты, наверное, ее в шкафчик положил к Ванечке. Пойдем посмотрим. Шкафчик у Ванечки с брусничкой, а у тебя шкафчик с пингвинчиком. Пойдем посмотрим. Максима Николаевна, мы пойдем шишечек насобираем. У нас ведь у Лизочки день рождения, а Мишенька с Лизочкой-то ссорились, а потом помирились. Опять же из-за шкафчика поссорились-то. Мальчик заскучал. А, пойдем. А с Мариночкой ты помирился? Я сейчас понимаю, почему женщины не могут запомнить, где в машине багажник открывается. Еще голова забита этим мусором вообще. Там шкафчик, не шкафчик, Лиза. Шишечки, вот машинки. Машинки, да. Ну, ладно, мужчины, вы здесь поболтайте. Вот рисунки детские посмотрите. Ух ты. А я пойду пенки в молоко разложу. Что ты орешь-то? Это кораблик. Понимаю. Понимаете, я подводник, мы если так близко кораблик видим, все, хана. Это как бы... Понятно, а так? Торпедная атака, цель носовая! Два кораблика и сразу! Все, убил, убил. Да-да, сюда, ну что, как дикарь ему. Слушайте, мужики, а мне моя говорит, за второго 360 тысяч дают. Да, дают. Ага, я бы сам 360 тысяч дал, чтобы мне первого вернули. Слушайте, а что я тут сижу-то, а? У меня ж у моего завтра день рождения, мне ему надо подарок купить. Куплю ему кораблик, а? Да успокойся ты, космический. Извините. Алло. Алло. Что значит, сижу, жду, да? Заберусь из садика, да? Как сам домой дошел? Что? Как на руке накол от адрес? Вы что? А я? А я как же отсюда доберусь? Я только под водой ориентируюсь. Вы что, ребята? Ну-ка, дай ему трубочку. Славик. Славик, ты папу заберешь, а? Честно? Честно, пообещай. Ага, куплю обязательно. Что купить? Все, извините, мне надо идти, извините, да, я пойду, да. Извините, да. Вот это что? Вот, шанс-то увеличивается. Ждем. Алло, давай.
А, детский садик «Колобок»? Да. А, забирайте. Да вы что, обалдели? 7 часов детей забирают, а вы привели? О, так у вас 9 детских садиков «Колобок» в районе. Я кое-как нашел. Мне на работу пора. Ань, папа 2 раза на одни грабли не наступает. Сейчас, подожди. Отмечу. Да вы что, мужчина, стойте, так нельзя, подождите! Парень, ты же мальчик? Сын? В садик не хочешь? Тем более ты уже одет. Ну и где ты ходишь, сын? Мать 2 раза звонила уже.